Добрый вечер, уважаемые гости, подписчики моего канала. Вы снова на моем канале. Сегодня видео про вязание. Начала я вязать новую пару следочков из пряжи розовый жемчуг. Провязала пяточку, высота пяточки 7 сантиметров, ширину 7 сантиметров. Начала вязать тело следочка лицевой гладью на 4 спицах. Снутри у меня выглядит вязание вот так. Изнаночные петли с лицевой стороны лицевые. Провязала 5 сантиметров. Дальше я буду вязать вот такой вот ниточкой. Ниточка у меня розовый жемчуг, скрученный с белой ниточкой овечья шерсть. Вот такие клубочки. Будут у меня полосатые следочки. Мысочек, следочек буду закрывать розовой ниточкой. Закрывать буду мысочек на 4. И вот такой вот замечательный полосатенький следочек у меня получится. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. Надеюсь, мое видео вам понравилось. С вами была Алина. До скорых встреч в новом видео.